Максим Галкин показал милое видео, на котором он вместе с Аллой Пугачевой позирует, сидя в машине. Юморист одел красно-белый бомбер, который его сильно молодит. Примадонна выбрала для поездки черную блузу с массивным колье, волосы собрала в высокий хвост на затылке. Макияж звезда выполнила в коричневых тонах, сделав акцент на губах. В ролике Алла Борисовна смотрит в камеру и слегка смущается. «Говори что-нибудь», — предложила Пугачева Галкину. «А что нужно сказать?» — переспросил Максим. В ответ на это Алла Борисовна напела «Мы едем, едем, едем в далекие края» и передала привет зрителям. Галкин к ней присоединился. Видео было подписано кратко «Всем хороших выходных», — пожелал артист в блоге. Пользователи сделали массу комплиментов нестареющей знаменитости. «Как вы хорошо выглядите, Алла Борисовна, вообще девочка! Как так в форме себя держите? Какие вы красивые и счастливые, Алла Борисовна! Вы какая-то совсем красивая», — писали они. Это не единственный случай, когда артист застал свою знаменитую супругу врасплох. В прошлый раз Галкин тайно заснял Пугачеву, отдыхающую на шезлонге. «Любимая загорает, снял из потишка, не любит, когда ее фотографируют», — подметил шоумен у себя на странице. Пользователей тогда порадовал кадр, на котором Примадонна нежится под солнышком, оголив свои длинные, стройные ноги. Волосы звезды были убраны наверх. На ногах красовались босоножки с игривыми бантиками, а тело покрывало парео. Фанаты знаменитости не смогли найти изъяна в фигуре певицы и признали ее сногсшибательной красавицей. Как она похорошела, не узнать, народ просто ахнул, а Луся, наша любимая. Ну, какая же красавица, вот что любовь делает с людьми, расцвела, замечательно выглядит, какая стройная, ножки просто супер, словно девочка, фигурка загляденье, восхитительная, любим вас. Прекрасная и очаровательная, ну как вами не восхищаться, выглядите превосходно, Максиму очень повезло, такая эффектная женщина рядом, такие комментарии появились под снимком певицы. Судя по геолокации, пляжный снимок Аллы Борисовны был сделан в Юрмале. Здесь же отдыхал и композитор Игорь Николаев. Певица давно дружит с...